есть немного безумия, которое приносит всем большую пользу. Танец – это единственный вид искусства, в котором мы сами являемся инструментом. Всем привет! Готовы ли вы окунуться в мир танцев? Это программа «Народный танцпол». Я ее ведущая Анна Кривецкая. Сегодня наша съемочная группа наглянула в гости танцевальный коллектив «Талисман». Анастасия, руководитель «Талисмана», рассказывает, коллектив «Молодой» существует только 3 года. Начинали танцевать в холодных подвальных помещениях и со своим партнером Виктором прошли через все неудобства. Со временем перебрались в зал комфортнее, и сами танцоры повысили свой уровень. На многих городских мероприятиях, студенческих веснах этот коллектив радует своим творчеством. Кстати, репертуар становится разнообразнее с каждым годом. Но потом начали расширяться, у нас появлялись дополнительные педагоги, то есть сейчас у нас уже есть не только бальные танцы, мы и социальные танцы танцуем, сальса, бачата, экспериментируем с реггаетоном, с уличными танцами. Сейчас, в последний буквально месяц, начали учить джаз-фанк, вакинг и гоу-гоу. Виктор признается, на танцы ходил с детства, но из-под палки родители заставляли. А вот когда вырос, понял, танцы – это искусство, которое никаким футболом не заменишь, тем более если рядом такая партнерша. Для меня танцы – это основное мое времяпровождение, когда у меня есть свободное время, и для меня это как сейчас это как смысл моей жизни. Я танцую, и я сразу повышаю себе настроение, я общаюсь со своим коллективом, и мне просто хорошо от того самого танца. Яркие костюмы, эмоции, движения, взгляды и улыбки – все это Ольге по вкусу. Девушка рассказывает, что если есть желание достигнуть высот, можно в любой сфере, танцевальной в том числе. Ольга предполагает, что у коллектива «Талисман» большое танцевальное будущее, ведь отдача у каждого танцора стопроцентная. Эти эмоции ты можешь получить только здесь, именно тех, которых вот ты приходишь там, например, с плохим настроением, ты заходишь в зал, все, ты меняешься абсолютно. Сразу настроение, сразу желание продолжать что-то дальше, общаться. Меньше слов и больше дела, и давайте уже начнем тренироваться. И профессиональные танцоры нам в этом помогут. Поехали! Попробуем поймать ритм нашей сальсы бедрами. Для этого согнем ножки, сделаем их мягкими. И попробуем танцевать восьмерку. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Добавляем ручки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida, se super. E раз, точка. Опустили руки, провернулись. И два, точка. И пará. Eu cultivo rosas e rimas, achando que é muito bom. Ela me olha de cima e vai desinventar o som. Следующее наше упражнение, оно будет сопровождаться шагом вперед-назад с подставкой к опорной ноге. Я сейчас покажу своим ученикам, а они в последующем повторят. Мы будем начинать шаг назад. Раз, переступили, подставили. Отставили ножку вперед, восьмерочку бедром. И раз, и два, три, и четыре. Lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça é a tal da janela, que eu me cansei de cantar. E agora está só na
a despeito que ela só me guarda desdém. Mas o que vai... Ребят, сегодня поучим бачату. Он такой же простой, в принципе, танец, как и сальса, тоже относится к социальным танцам. И техника у него тоже очень похожа. Сейчас давайте начнем с восьмерочки, самого основного движения, которое танцуется на мягких ножках. Коленочки сделайте мягкими. И сейчас попробуем просто поработать бедрами. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Essa moça tá diferente, já não me... Conhece mais, está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se super modernizar. Ela só samba escondida, que é pra ninguém reparar. Eu contigo rosas e rimas. Подойди, um поворот, ножки собираем. Пробуй медленно. Поехали. И раз. Поставляем левую ножку, на ней прокручиваемся. Два. Правая выходит в сторону. Три. И опять на четыре. Всегда акцент. Четыре. Программу хотелось следующей пословицей: танцевать ногами – это одно, а сердцем – совсем другое. С вами был Народный танцпол и Анна Кривецкая. До новых встреч!